Балтийская из Трешнева Московского центрального кольца. Выход железнодорожной станции Трешнева. Второй диагноз. Дорогие друзья, всем здравствуйте. С вами, естественно, Ильичев Антон, Оля. Приветствую. И Александр. Александр. Мы, значит, на Ваганьковское кладбище-то опять приехали. Естественно, с Ричи, вон он бегает. Мы идем на участок, значит, где захоронение Агласии Тиньковой. И мы идем восстанавливать памятник. Кстати, мы так поняли, и люди выяснили мы. У меня начинается. В комментариях, да, писали, ребят, оказывается, ну, это, наверное, ткачиха. Да, да. У нее вот челнок или что-то. Вот это, да, 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 я читала. Да, что-то такое. Спасибо, да, что нам подсказали. Вот. Будем восстанавливать памятник. Будем убирать это захоронение. Это родовое, мне так кажется, потому что там несколько захоронений. И я надеюсь, что мы выясним, кому этот памятник принадлежит, девушка, как зовут, какого года и так далее. Так, ну вот, значит, захоронение Есенина, твоего друга любимого. Вот. Сейчас покажем, наверное, людям, да, его памятник. Вот оно. Да. Про Галину мы снимали фильм, кстати, да, у нас присутствует. Есть. Ну все, потихонечку пойдем. Вот наша собака. Она тут присутствует. Вот, приятного просмотра всем. И мы все хорошие люди очень. Вот наш ангелочек, собственно говоря. Вот захоронение, которое мы убирали. Вот смотрите, как красиво, обалдеть. Вот какая красота. Еще раз заявляю я, да, то, что вот этого ангела, вот этого ангела восстановил я. Наш канал, твоя душа, вот. И вот так вот и пошло. Ангела восстановили, и все, мы здесь порядок наводим. Вон, ну, здесь все время теперь чисто, порядочек, очень здорово. Вот с Олей тоже вот это все убирали. Прямо душа радуется. Радуется. Так, ну вот. Вот. Будем мы восстанавливать вот этот памятник. Смотри, Саша, а здесь что-то кто-то убирался или это мы тогда? Нет, это кто-то убирался. Слушайте, друзья, смотрите, вот здесь кто-то убрался. Значит, кто-то тут есть. А, не знаю, смотрите. То есть потому что мы в прошлый раз просто чуть-чуть траву вырвали. Мы здесь вырвали, но мы ее здесь же и оставили. Нет, я ее убирал. Отубрал ее? Значит, это мы тогда. А, ну раз. Да. Может, мы? Мы это убрали, если да. Если бы убирали бы, ну, свои, да, люди бы, памятник бы помыли бы. Как-то, ну, сейчас будет так оставить. Да, так что. Поверхностно. Угу. Да, да. Ну вот тут сохранение. Так, ну все, да. Потихонечку начнем. Thank you.
Так, ну что, значит, я его почистил чуть-чуть. Памятник. Сейчас я его буду обезжиривать. Вот. Тут убираемся. Вот еще захоронение убираем соседнее. Оля, у нас тут все. Дорогие друзья, ну что, готово? Сейчас я озвучу, что за семья здесь похоронена. Мы, грубо говоря, выяснили. А потом уже покажем все, как получилось. Значит, смотрите. Ивановы. Глеб Иванович умер, когда ему было 64 года. Вот. Потом Марфа Константиновна умерла. Ей было 82 года. Вот она. Это ей поставили этот памятник. Ей. Видимо, она была ткачихой, как мы выяснили. Вот эта девушка, Лидия Глебовна, это дочка. И еще вот есть табличка. Значит, вот две таблички даже. Лидия, вот она. Лидия Глебовна. Умерла в 1981. А еще дочка умерла в 92-м. Значит, эта семья, было две дочери. Вот эти две дочери, значит, поставили маме вот этот памятник. Вот этот памятник. Да, Оль? Да. Все правильно, вот. Ой. Это... Вот это мощь вообще. Это мощно. Сейчас я покажу все, вот, как мы здесь сделали. А, и вот еще мы убрали захоронение. Мы же еще вот это убрали захоронение. Соседнее, давайте тоже. Тоже семья. Тоже семья. Значит, вот здесь вот, вот этот памятник и вот этот памятник. Одна семья, пожалуйста, вы в комментариях, он весь в краске, пожалуйста, вы в комментариях, дорогие друзья, озвучите, кто кому приходится, вот, в комментариях. Так, Фивейский Сергей Павлович, 1857-1935, вот он. Фивейский Сергей Сергеевич, 1896-1971. На речи ходит. Так, дальше. Вот здесь вот девушка. Очень такая фотография, красивая у нее. Ой. Фивейская Александра Георгиевна, 1878-1939. Вот такая у нее. Девушка красивая такая. Вот, дорогие друзья, пожалуйста, в комментариях. Ричи вот сидит. И еще, Оля, еще вот этот мы убрали. Пойдем посмотрим тоже вот. Тут, это вот прям такой тут памятник
смотри, здесь Варвара Александровна Казанская скончалась в 1936 году в возрасте 85 лет. То есть женщина родилась ориентировочно в середине 19 века, может быть, 50-й год, 51-й год, ну, вот в этом районе. Mm-hmm. Вот. И, собственно говоря, посчитала, через 13 лет этому памятнику уже будет 100 лет. Mm-hmm. Сколько вот он вот стоит. Вот так вот. Вот так вот. А вот с этой стороны вот... Ну, это что-то... Мне кажется, просто поставили. Ну, может быть. Ну, тут написано Бабина, да? У меня не хватило. Евдокия. Тут тоже мог цветник быть. Может быть, да. Кстати, и такой быть, да. Бабина Евдокия Ивановна. 14.03.1910. А умерла... 11. Умерла 60-х, да, в году. 50 лет. Наверное, вот ее вот, наверное, вот так вот захоронение вот такое вот. Почему? Возможно, да. С этой стороны. Ну, вот, но это урна здесь. Наверное, да нет, раньше урны не хоронили. У меня было крематорий, да? в те годы, да. Подожди, Просто участок, наверное, это самое. В 1960-м уже был. 60-й был, да. Да, уже был. Ну, уже первый наш крематорий, это... Да, все правильно было. Донской крематорий. Он, когда это... Про 36-й год. Революция произошла, уже его открыли. Вот! Все. Дорогие друзья, значит, мы это сделали. Спасибо огромное, Александр, Оля, моя подружка. Да. Вот. Очень круто. Ну, на самом деле, не могу передать такие эмоции. Это что-то невероятное. И на самом деле мы меняем историю. Я правильно выразился? Практически, да. Меняем, обновляем историю. Да, историю меняем, потому что он, сами видели, памятник был в каком состоянии. И вот этот памятник, он довольно-таки известный на Ваганьковском кладбище. Потому что его знают, вот если наберете там памятники Ваганьковского кладбища, или там просто Ваганькова, да, этот памятник, он все время выскакивает. И вот теперь мы его восстановили, и... Всем спасибо, на самом деле, кто смотрит канал, комментарии пишет. Я уже все, не могу ничего говорить. Обязательно лайки ставьте, не забывайте. Потому что это продвигает все. Подписывайтесь. Да. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Да. Добрые, хорошие, позитивные. Да. И всем добра. Может, мы еще встретимся, да. Есть у нас кое-что в задумках, кое-куда съездить. То тоже кое-что сделать. Вот. Потихонечку прощаться будем. Да? Скажи, пожалуйста, что-нибудь. Не знаю даже, что сказать. Сегодня сделали вот такое хорошее дело. Могу пожелать вам всем желания для того, чтобы вы делали такие же хорошие дела. Ну или какие-то другие. Потому что этому миру нужен позитив. Но даже сегодня мы столкнулись с негативом. Но это уже другая история. А, да, я как-нибудь расскажу. Вот, Саш, спасибо еще раз. Ты очень хороший, добрый человек. Своим, Антон. Симпатичный парень. Не женатый. Пока да. Молодец. И слава Богу. Телефон я дам. Слава Богу. Бог миловал тебя. Вот, класс. Как Антон говорит. Бог миловал. Оль, спасибо огромное. Пожалуйста, пожелай что-нибудь нашим друзьям. Во-первых, я хочу сказать, почему мы тут стоим. Да, мы стоим здесь, потому что Саша очень высокий. Если мы сделаем вот так вот, мы маленькие лилипуты, да. А вот так мы вроде как бы наравне. Да, вот. Поэтому мы с вами все равны, мы одна команда, мы все заодно, мы делаем одно общее дело, мы, в общем-то, сочувствуем, если что-то не делает, а что-то делает другое. Мы все неравнодушны к таким рода делам. В общем, всем добра, всем позитива, всем хорошего настроения, да. Оставайтесь с нами. Да. Смотрите Антона, Антон классный парень, хоть иногда. Спасибо. Антону респект, однозначно. Да. Он хороший. Вот, и хочу сказать людям... Кто-то пишет какие-то негативные комментарии, что-то не понимает, чем я занимаюсь. Хочу вам пожелать, знаете, и у вас, может быть, в жизни будет все хорошо. Может быть, наладится у вас что-нибудь, вы, главное, надеетесь. Вот, всем желаю счастья, здоровья, хорошего настроения, помните свой род и любите свою семью. До новых встреч. Пока. Пока.
резкий срывал прочь, душу держал в неволе, пусть на щеке кровь ты свалишь на помаду. К черту барьер слов, ангелу слов не надо. А мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, темные твари, сорваны планки нам. Если нас спросят, чего мы хотели бы, мы бы взлетели, мы бы взлетели. Мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы, там на пожаре утратили ранги мы. Нету к таким ни любви, ни доверия, люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, помочь поддержать канал. Таким образом, у меня будет больше времени на канал, на уборку заброшенных могил. И будет больше времени, чтобы снимать для вас интересные видео. Я снимаю для вас. Мои реквизиты есть в описании и номер телефона. Если кто-то хочет со мной пообщаться, пожалуйста, пишите. Я всегда в открытом доступе. Благодарю за понимание.